Что можно купить на $1 в американском супермаркете? Проверим. Сосиски в банке, макарохи Baby Shark, тунец в воде, растворимая картошка, сникерс 6 штук в упаковке, хлеб для бургеров, газировка, похожая на импортозамещение. А вот макароны, кстати, почти все разобрали. Рис белый и коричневый, разные соусы, конфеты, кукуруза и даже дошик, печеньки. Замороженные овощи, а это, по-моему, наггетсы куриные. Большой выбор овощей до $1 и даже авокадо. Товары для женщин, для мужчин и вообще очень много товаров до $1. А что у вас можно купить в магазине на доллар? Меня зовут Даша Чер, подписывайся, давай путешествовать вместе.